son trame di bracciale sopra il cover serpente. Sai che mi fai bere, mi sedale per strada e mi affondi. Ma come potrò disegare nessuno di queste acquare. По правде сказать, я не знаю, чего эти сумасшедшие так сердятся, что их там держат. Там можно делать все, что угодно. И ползать нагишом по полу, и выть шакалом, и кусаться, и беситься. Но если хоть кто-нибудь проделал бы то же самое на улице, то прохожие диву бы дались. Но там это самая обычная вещь. Там такая свобода, которая и социалистам не снилась. Там можно выдавать себя из-за... Там можно выдавать себя и за Господа Бога, и за Божью Матерь, и за Папу Римского, и за Английского Короля, и за Государя Императора, и за Святого Вацлава. Впрочем, тот был все время связан и лежал нагишом в одиночке. А еще был там такой, который все кричал, что он архиепископ. Этот ничего не делал, только жрал. Но еще и, с вашего позволения, делал то, что рифмуется со словом «жрал». Хотя, впрочем, там этого никто не стыдится. А еще был там один такой, который выдавал себя за святых Кирилла и Мефодия, чтобы получать двойную порцию. А еще там сидел беременный господин. Этот всех приглашал на крестины. Много было также политиков, шахматистов, рыболовов, скаутов, коллекционеров почтовых марок, фотографов-любителей. А один попал туда из-за каких-то старых горшков. Которые он называл урнами. А другого все время держали связанным в смирительной рубашке, чтобы он не смог вычислить, когда наступит конец света. Познакомился я там также с парочкой. А другого все время держали связанным в смирительной рубашке, чтобы он не мог вычислить, когда наступит конец света. Познакомился я там также с парочкой профессоров. Один из них все время ходил за мной по пятам и доказывал, что прародина цыган была в Карканашах. А другой все время доказывал, что в центре земного шара находится другой шар, гораздо больше наружнего. Вообще, в сумасшедшем доме все говорили, что им взбреет в голову. Словно в парламенте. Самым буйным был господин, который выдавал себя за 16-й том научного энциклопедического словаря Отто. И просил каждого, чтобы его раскрыли на слове «переплетное шило». Иначе он погиб. Успокоился он только, когда на него надели смирительную рубашку. Но тогда он начал хвалиться, что попал в переплет, и просить, чтобы ему сделали модный обрез. Кто вообще? Да не скучного сада подбросишь. А вообще жилось там как в раю. Можете себе бегать, визжать, блеять, кричать, мчаться куда-нибудь галопом, скакать на одной ноге, танцевать, лезть на стену. И никто к вам не подойдет и не скажет. Этого делать нельзя. Это неприлично, стыдно. Ведь вы культурный человек. Но по правде сказать, там были только тихие помешанные. Например, сидел один ученый-изобретатель, который все время ковырял в носу. И лишь раз в день говорил: «Я только что открыл электричество». Говорю вам, очень хорошо было там. И те несколько дней, что я провел в сумасшедшем доме, были лучшими днями в моей жизни.